Ой, я, кстати, обсуждала эти моменты, каким бы я хотела быть супергероем. Ну, наверное, я бы хотела быть женщиной-кошкой. Не, шутка, это останавливать время. Зачем? Ну, типа, ты такой идешь, остановил время, все переставил, как тебе надо, и такой, ну, можно дальше. Готовить, есть. Ну, прям такое, если и сладкого, то это мое незабываемое, это чизкейк. Потому что некоторые его готовят на скорую руку, а я его готовлю прям вот, нужно его в духовку, потом в холодильник, ну, короче, сутки на приготовление чизкейка. А так, конечно, рыба мне нравится, картошка жареная. С луком. Пожарным. Адвокатом. Почему? Ну, пожарным это уже в школе почему-то хотела быть, не знаю. А адвокатом мне прям это у меня. Адвокатом не знаю почему. Может, я смотрела, у меня мама смотрела военные фильмы, точнее, сериалы вот эти вот, «Морской дьявол», «Ментовские войны». Я такая, я хочу быть адвокатом. Пусть будет кофемашина. С инъестой. Да, на полу. Ой, у меня много, я вообще люблю мультики. Ну, наверное, любимого так нету. Ну, пускай будет карамелька из «Три кота». Три кота, три хвоста. Миу-миу. Это я так всегда в супермаркетах делаю. Кучу бабла там, кстати, сейчас и оставляешь. Идешь за сахаром и покупаешь все, кроме сахара. Все по акциям, желтым ценникам. Я не могу вспомнить, мне давно не было стыдно. Мне один раз попался красивый номер для автомобиля. Потом, когда я получала следующий, думала, может, мне опять повезет. Был S100SSR. Ты что-то много S назвала. S100SR. Плавать. Ну, я умею плавать, но недостаточно хорошо. Айсберг в океане. Алла Пугачева. А ты такой холодный. Ладно, не буду. Высоты, наверное. Обезьяну. Ну, мне хотелось раньше обезьяну, кстати говоря. Но она что-то дорого стоила, и потом она все разрушит. Ну, не знаю. Я просто смотрела в Инстаграме, там ее тетенька так это одевает, кормит так. А собака Молли, а кот Васька. Летчика. В Америке. Парковка. Что было дальше? Ну, каким-нибудь спортом, наверное, лыжи. Макароны. Овес. А сено? Сено тоже не особо люблю. Ну, блин, просто Рита ела овес сейчас. Ну, реально она ела. Ой, это на море, на пляже. Без мяча. И без физических нагрузок.